Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Рембрандт ван Рейн, голландская школа, художник и его жена. Среди картин Дрезденской галереи, столь богатой всемирно известными произведениями различных школ, одна из самых любимых публику – портрет, в котором Рембрандт изобразил самого себя со своей молодой женой, сидящей у него на коленях. С точки зрения техники в картине этой находят и не без основания некоторые недостатки. Говорят, что рисунок не совсем верен, что головы написаны плоско, что смех на лице Рембрандта, как и в большинстве случаев у этого мастера, неискренен, искажает черты физиономии, что написано портрет довольно вяло, композиция, изображающая молодую чету, грешит излишней вольностью. Со всем этим, пожалуй, можно согласиться, тем не менее, поразительное впечатление, выражение добродушия и жизнерадостности в фигурах, волшебная светотень и роскошь красок делают эту картину одним из замечательнейших произведений ранней поры Рембрандта и одной из наиболее привлекательных и оригинальных картин галереи. Глядя на этот портрет, мы разделяем с Рембрандтом радость обладания этой милой женщиной и вместе с ним поднимаем бокал в ее честь. Ну вот такое описание картины я нашел книги 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.